Здравствуйте. Хочу вам показать начало вязания палантина и тут же его окончание. Потратила я 2 часа работы, именно такой работы, потому что палантин на 110 петлях. Снизу я отвязала резиночку 2 на 1, но не надо так делать. Все-таки она заворачивается, и нужно было фиксировать край лицевой гладью. То есть я дальше продолжила после резиночки, и нужно было и у резинки край фиксировать, чтобы она не заворачивалась, не только у полотна лицевой глади. Вопрос в другом. Вопрос в том, что я выбрала пряжу Alize Angora Gold Simli. Я много раз с нее вязала что-то, но больше всего, мне кажется, я все-таки вязала ее в 2 ниточки. Это 500 метров на 100 грамм, 75 акрил, 36, 5 металлик, потому что она имеет блеск металлический такой приятный. Мне нравится эта пряжа в изделиях. Она нарядная такая, веселая, легко вяжется. 28 номер. Производитель рекомендует вязать на спицах от 3 до 5. Я выбрала 4 деревянные спицы DMC. Самые такие простые и недорогие деревянные спицы от DMC. Хорошая леска у них оказалась. И у меня как понеслась рядность, вот прямо она начала очень-очень сильно. Я вязала этот... Много раз вязала с Alize Angora Gold. Естественно, я не делала никакой образец, потому что я знаю, как ведет себя эта пряжа. Но рядность я вязала осознанно. Вот прямо смотрела на свою плотность, на то, как я петли вытягиваю. И мне кажется, что у меня петли, видите, прям дырки такие. То есть это никакая вот его стирка не уберет. И я думаю, что, возможно, это из-за деревянных спиц, потому что где-то в какие-то моменты я не могла пряжу даже протолкнуть по ним, хотя они очень гладкие такие. Ну, одним словом, и резинку я край палантина этого выбрала неправильно, не рекомендую такой вариант. И вот такая рядность, там по 0,5 сантиметра расстояние от ряда до ряда, это, конечно, очень-очень много. Так, у меня сейчас упадет лампа, так что, оп, не пугайтесь. Значит, я хотела показать, что вот сейчас, в данный момент, я вяжу тоже это на заказ. У меня и вот этот фуксия, да, цвет из Alize Angora Gold. Это заказ какого-то изделия, или палантин, или шарф. И вот этот жилет, такой цвет красивый, очень такой насыщенный, с маленькими-маленькими крапинками. Здесь у меня есть буквально маленький один участок с рядностью, совсем чуть-чуть. Больше рядности нету. Здесь тоже 210 петель, никакой рядности нету. Может быть, все-таки еще зависит от того, что я вяжу по кругу. Здесь поворотное вязание, да, поворотное вязание лицевой гладью, это лицевые изнаночные петли. Но раньше такого не было. Надеюсь, что это из-за спиц. Так, и я все-таки решила, что я нужно вязать быстро, не пробовать больше, не экспериментировать, поэтому у меня есть пара к Alize Angora Gold Simli, у меня есть просто Alize Angora Gold. Это один и тот же номер, 28 колор. Разница немножко есть между ними. Alize Angora Gold 100 грамм 550 метров и Alize Angora Gold Simli 100 грамм 500 метров. Alize Angora Gold 80 акрил, 20% шерсть. В 2 ниточки. Спицами номер 5. Да, 2 ниточки спицами номер 5. Я все-таки решила вязать уже не палантин, а решила провязывать шарф. 52 петли. Я набирала 52 петли на шарф. Вот смешала эти, совместила эти 2 ниточки. Они идеально подходят, я и рекомендую покупать Angora Gold и Angora Gold Simli иногда вместе. Вот такой шарф у меня получается, прямо по цвету, смотрите, одни и те же номера покупайте, и будет смешиваться, будет очень красиво.
Вот такой шарф, набирала 52 петли в 2 ниточки, вяжу английской резинкой. Английская резинка — это тоже такой пожирач пряжи. То есть пряжа уходит у вас почти в 2 раза больше, потому что вы 2 раза провязываете петлю в каждом ряду через одну, да, поэтому, ну, 1,5 раза. Я один, мне так хотелось смотать, это вот, наверное, я один вариант просто взяла и смотала 2 моточка вместе. Ну и, конечно, вот этот моток, у меня почти ничего, там очень мало ушло пряжи, чтобы связать уже так много достаточно на 110 петлях. И вот английская резинка, я уже отвязала, там ушло больше, чем по половине моточка, а связала всего ничего. Такой у меня там есть маячок. Значит, здесь 52 петелечки на спицах номер 5. Я провязываю английскую резинку. 35 сантиметров у меня получается ширина. Угу. Вот так вот, 35 сантиметров ширина. Ну, он очень сильно тянется, поэтому, конечно, в носке он будет расходиться вот так прилично, даже после стирки. И в длину он очень сильно тянется, и это тоже после стирки сохранится такая же длина. Сейчас я уже провязала 45 сантиметров, получается, ну, если у меня на сантиметров 60-20 будет хватать двух моточков, да, совмещенных, вот так вот, если мне хватит еще на 20 сантиметров, то я думаю, мне и на бахрому хватит. Я хочу сделать в конце этого шарфа бахрому, потому что, ну, он не очень будет красиво выглядеть. Так что вот так вот с палантина мы перешли на такой шарф английская резинка. Это, в принципе, два, вот такой маячок я себе отмечаю, когда я начинаю вязать и сколько у меня получилось провязать. Долго-долго вяжется, так что сроки вот прямо, не знаю, нужно быстро стараться это извязать. Вот такие есть какие-то моменты у меня, где-то не дотянула ниточку. Ну, край красивый получается. Мне нравится вот эти две кромочные вязать, поэтому край получается красивый. Резинка 1х1. Показываю, как провязываю. В предыдущих видео, там, где я вязала повязку на голову, я тоже показывала, как я провязываю. Первая петелечка, я ее снимаю. Нить за работой. Здесь у меня нить за работой. Так, две ниточки всегда нужно аккуратно. Вторая петелечка просто лицевой. Дальше изнаночная. И вот первая лицевая петелька уже в нижнюю провязываю изнаночная. И лицевая петелечка провязываю в нижнюю, в предыдущий ряд. Вот таким образом я вяжу английскую резинку. Вяжется она, не задумываясь. То есть мне не нужно, накиды я не делаю. И сейчас покажу, как в конце заканчиваю. Так, довязываем эти наши 52 петелечки. Можно набрать больше. Ну вот, я считаю, что хорошо растет. 3 петелечки осталось. Так, 3 петелечки осталось. Лицевая петелечка, я ее провязываю на ряд ниже. Раз, и вот как обычно провязала. Теперь изнаночная петелечка, нить впереди работы, я ее просто переснимаю, не провязываю. И вот эту петелечку кромочную я вяжу изнаночной. Разворачиваемся. Первую кромочную я снимаю. Петелечку, которую мы пересняли с той стороны, я провязываю обычной лицевой, не опускаясь на ряд ниже. Теперь идет изнаночная. И все, и дальше английская резинка путем провязывания лицевых петель на ряд ниже, в петельку на ряд ниже в лицевых. Вот такой край у меня получается. Он меня устраивает, я провязываю его во всех таких своих изделиях резинкой 1х1 или 2х2. Так что вот такая пряжа, и вяжу дальше.